Участники встречи обсудили проекты, которые реализуют «Ночные волки» и взаимодействие байкерского клуба с Мордовией. То, что в республике воссоздался сейчас и спидвей, интерес будет расти, расти, расти. Все, что связано с мотогонками, с мотопробегами. Но вас, я посмотрел, вот любые значит, общественно-политические, да просто жизненные ситуации, высадка там, деревьев, просто какие-то работы с молодежью, все есть. «Ночные волки» входят в Российскую ассоциацию байкеров и насчитывают порядка 5000 участников. Александр Золотостанов рассказал о деятельности, которую ведет мотоклуб. В частности, внимание уделили байк-фестивалю. В августе текущего года его впервые планируется провести в Волгограде. Посетить фестиваль руководитель байкерского клуба пригласила главу Мордовии Артема Сдунова. Особая для «Ночных волков» акция «Русский лес» связана с высадкой деревьев. В ходе своей поездки в республику Александр Золотостанов и «Ночные волки» высадили саженцев в сквере защитников Донбасса. Планируем сажать везде русский лес, поэтому будем вас просить тоже. Сегодня вы сделаете впервые здесь, на саранской земле. Позволите, мы теперь в эту традицию введем высадку деревьев, саженцев в этом парке. Мы сегодня посадили все, но здесь каждому будет дано имя. Это всем наших ребят, наших волков, которые погибли сейчас на СВО. Дарья Боронина, «Народные новости».